Уже более 5 лет Дарья Волкова каждую неделю, вооружившись рисовальными принадлежностями, входит в мастерскую Волковой И.Ф. Для кого Ирина Филипповна, а кому и любимая мамочка. Запах свежей гуаши, набор кистей разной толщины. Вот та обстановка, которая знакома и привычна Даше с детства. Именно эти воспоминания помогли ей при подготовке к конкурсу «Важная работа моих родителей». Но рисовать маму удобнее пока что с фотографией. Потом я уже как бы перенесла этот эскиз на большой формат. Потом, ну, постепенно начала как бы тон набирать. И когда уже все сделала, потом вот белой краской гуашевой оживляла всю картину. Я добавила картины вот на заднем плане, там окно было, но это как-то скучновато было. Хотела показать, что вот это работы детские там, и вот то, что она вот учитель. Мама больше любит пейзажи, папа – старинный деревянный город. Дарья говорит, пока предпочтений нет, нравится все. Но на семейной выставке в Краеведческом музее ее работа «Вдоль по улице» была созвучна папиным. Бараки, маленькие деревянные домики, конки, запряженные в них всего одной лошадиной силой. Интересный факт. Из всех возможных материалов и техник рисования Дарья отдает предпочтение графике, хотя она считается больше мужским видом. О том, каково это, когда мама – преподаватель с 30-летним стажем, Даша рассказала всю сермяжную правду жизни. Более на меня внимание обращает больше. Более требовательнее. Да, требовательнее. А дома уроки продолжаются? Продолжаются. Иногда это не очень. Вячеслав пробует себя в роли художника уже 2-й год. Пока он в подготовительном классе, но уже стал финалистом конкурса «Важная работа моих родителей». Интересный факт. Его мама Анна Богомолова – одна из учениц Ирины Филипповны. Вот такой подряд из семейных династий. Главное правило, как воспитывать юного художника, Анна Алексеевна сформулировала без труда. Главное – не мешать ему. Планеты у тебя почему именно вот таких цветов? Потому что они всегда бывают разные. Тебе хочется, чтобы они разноцветные были, да? Угу. Может быть, какой-нибудь художник тебе нравится, как рисует? Да. Какой? Мама. Итоги конкурса у каждого из них различные. Для Дарьи это получение высокого звания Надежды Кузбасса и участие в приеме губернатора, а возможно и вхождение в будущую профессию, если она решит пойти по стопам родителей. А для Славы – стартовая площадка для развития. И как раз тот случай, когда ученик может превзойти своего учителя. А последний будет только рад этому.